Всем привет, дорогие друзья! В основном на канале Бат73. Короче, в прошлой серии, ребят, мы остановились на D6. Короче, мы сейчас поедем в Останкино. Как понимаю, устанавливается вот этот лазерный указатель на как бы улей черных, чтобы их разбомбить. Потому что мы нашли какой-то ракетный комплекс там действующий. Краткий пересказ. Ну, думаю, с прошлой серии смотрели, то, думаю, и так все понятно. Ладно, погнали! Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Ну, ребята, в начале игры вот это была битва, которая сейчас будет, так понимаем, повтор её. Да. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шутка? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Блять, еще не хватало. Даю, блядь. Десантируемся. Блядь, возьми автомат, пожалуйста. Я ж... Почему стреляют деньгами, ребята? Потому что смысл их экономить. Да, патронов вообще нет, если честно. Вперед!
Вперед! Вперед! Я заряжаю бабки мясного. Патронов нихуя нет. Тихо! Пошли! Сюда. Зарядим всякий случай. Давай тоже зарядим. Давление на максимуме. Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Еще по чуть-чуть и прямой нах полет обратно. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Конечно, не пойду. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель закрыта за облаками. Мы поднимаем. Заметочка. Прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Блять. Там отлетающий пидорас. Нет, Рокки. Ух ты, блять. Сзади! Осторожнее! Успевай, спой. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Я не удивлен. Ну, блядь, басу кинул в голову садил этих, блядь. Хэдшотов, так сказать. Так, не сюда мне. Бля, застрял на. Сюда. Понятно. Блядь, нажимаю. А что в той стране? Если так понимаю по сюжету. Может, заметочку? Нет.
24 минуты. Нормально, успеваю. Он здесь. И может слышать нас. Артём, Артём, это Ульман. Прием. Может понимать нас. Кто-то глушит наш сигнал. Артём, прием. Слышите? Заметочку прочитайте, а я... Ой, ой, блядь, не то. Не туда, да? Туда, да. Я хочу лоханул сейчас. Я хотел начать присесть, а что-то у меня нажалось, короче. Ну, вы поняли. Использование предмета. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Как и все они. Нельзя позволить ему. Мы остановим тебя. Так понимаю, у него мозга, короче, ковыряются сейчас. Ну, вот, ребят, кстати, сейчас есть выбор, хорошая концовка или плохая. Если они хотят нас убить, то пойди лучше плохую сделать. Нельзя позволить ему. Опа, назад. Тихо.
Нет. По кругу, конечно. А вот все. Блять. Ну, ребят, я вообще вас сейчас уничтожу за такие вещи. Блядь, вы заебли одно и то же. Сдавайся. Нет, нихуя. Врагов надо истреблять. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати. Спаси. 10 секунд до завершения. Мира. Мы хотим мира. Все-таки решил я, ребят, на хорошую концовку, короче, замутить. Не стал их убивать. Какой-то мудрец сказал: если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля.
Что ж, ребят, все, мы прошли, короче, метроху. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!